Привет-привет! Как ваше настроение? У меня все замечательно. Мы вернулись в Алматы, и у меня здесь жизнь завертелась, закрутилась, столько мероприятий. Сейчас я поеду на бьюти-завтрак. Будут представлять новый бренд на казахстанском рынке Диваш. У нас в Алматы началась универсиада, и мы идем на открытие универсиады, которое будет проходить в новом здании. В этом здании будет президент. Очень много людей, по-моему, 12 тысяч человек, алматинцев, казахстанцев. Универсиада проходит во всем мире, да, во всех странах. 28-я проходит в Алматы, в нашем городе, и это очень здорово. Вернулась, я взяла с собой макароны, сладости, вот такое пирожное. И подарили мне продукты типа must-have, не must-have. Вот тушь от фирмы Диваш, тени для бровей, карандаш, чтобы под бровью высветлять, и прозрачный карандаш для губ, я так поняла. Вот. Я не знакома с этой маркой. Если вы знакомы, то напишите, какие продукты вам больше всего нравятся в этой марке. Сари готовлю полезное мороженое на завтра. В блендере перемешаю клубнику, мороженое у меня было с лета с клюквой, добавлю кленового сиропа, который я заказывала на сайте iHerb, и сметаны добавлю. Очень вкусно, я перемешала, добавила еще молока, невероятно вкусно. Мороженое наше готово, Сара будет сейчас его пробовать. Сара, скажи, бьюти-блогер. Ну, я пожалуйста. Не ну, я так... не хочу портить себе видео. О, не хочешь портить репутацию свою? Да. Сара просто говорит не бьюти-блогер, а бутерброгер. Так что, девчонки, мы теперь бутерброгеры. Нам нужно поместить в горячую воду вот эту часть, чтобы вытащить его. Вкусное? Действительно вкусное, обалденное. Класс, да? Да. Ну, видишь, мама твоя может теперь мороженое тебе делать. Хочу показать вам витаминки, которые мы даем Саре каждый день. Заказывала я их на iHerb. И вот этот комплекс витамин я впервые заказала. Это новинка, у них появилась с Анной и Эльзой. Хорошие витамины, я даю и по две, потому что ей уже 5 лет. И кальций я даю, сладенький с коктейлем. И даю ей вот омега-3,6,9. Они вот в таких больших капсулах. Она их раскусывает просто и выпивает. Внутри жирок. Это же не гей. Скажи, бьюти-блогер. Бьюти-блогер. Да, мама в журнале. Наконец, в гламур. Российский февральский номер. Мы сегодня едем на универсиаду, на автобусе. Да. Давно не ездили на автобусе, почему прикольно. Вот, кстати, тепло. Я последний раз на автобусе в Индии ездил. Ну классно, мы едем или на открытие универсиады, в Испании. Да. Конечно, очень весело. Ваня, покажи. А собаки смотрите. Thank you.
современный город, деловой центр и драйвер экономики страны. Это город молодых, город студентов. Здесь находится. Смотрите, какие я сегодня сделала ноготочки, нарастила ногти. Это цвет акрила, натуральный, просто базовое покрытие сверху. А цвет нежно-розовый акрила. Это нарощенные ногти, миндальки, миндалевидная форма. Мне очень нравится, мне кажется, она мне идет. И, наконец-то, мне нравятся мои ногти. В общем, я довольная. Супер просто смотрится, очень так красиво, нарядно, просто шик, блеск. Всем привет! У нас сегодня снег в Алматы, и мы с Вовой продолжили ходить в Wellness Club Luxor, заниматься спортом. Спортивно-оздоровительный Сауны. Клуб с банями, с саунами, бассейном. Бассейн внутри, бассейн внутри, снаружи есть, да, очень классно. Ну, такой единственный в своем роде в горах. И салоны красоты есть. Все что угодно. Спортивная сумка у меня, та, которую я выиграла на битве блогеров от Allure. Она такая как раз вместительная. Там лежит моя спортивная форма и причиндалы в баню. Девчонки, вот так надо тренироваться. Кто не знает, вот Женя показывает. Если хотите, чтобы волосы выросли, надо вот так тренироваться. Здесь кинезис есть. Раньше он в другом месте стоял, переставили. Слушайте, у меня достаточно неплохое телосложение, оказывается. Здесь еще появился зал кроссфита. Раньше его не было. Будем с Женей заниматься. Наверное, по лестнице по этой нужно ходить. Приехали мы в очень интересное кафе, называется «Счастливые люди». Мы здесь ни разу не были с Вовочкой. Вот такой комплимент нам подарили к вину. А вино мы заказали местное, казахстанское, органическое и недорогое. Самое интересное, что оно недорогое и очень вкусное. Лепешки они сами готовят, здесь пекут. И это израильская кухня, иерусалимская. Очень вкусные закуски. Я даже бы вот этим наелась уже. Мне принесли лосось с пюре. С яйцом пашот, спаржей, шпинатом. Вове принесли говядину, как он любит, запеченную в горшочке. Аж мясо от косточки отходит. Невероятный запах, потрясающий. К нам приехал Ваня, наш друг, и заказал тоже блюдо здесь необычное. Здесь кедровые орешки. Там салатик какой-то ест. Это тыква запеченная с кедровыми орешками, с томатом, сыром и со сливками. Вообще прекрасное блюдо. А как вынести это место? Очень красиво. В общем, мы на кухне решили повесить эту картину, где мы втроем. Это картина, собранная из множества фотографий. Я вам уже ее показывала в предыдущих видео. Вот. И мы вернулись из Таиланда и решили повесить ее на кухне. И хотела показать вам посылку. Мне доставили сегодня ее из России, доставили мне косметику на тестирование, ну, как обычно, от фирмы Плеяна. Она натуральная, без парабенов. В общем, почитаю здесь аннотации. По почте со мной связались сотрудники этой компании и спросили, какой у меня тип кожи. Онлайн подобрали мне уход. В самой большой банке у меня здесь гель-пилинг с гликогелевой кислотой. Мягкая пенка с увлажняющим мультикомплексом. Фитобиотоник матирующий. Потом вот это средство, гель-крем матирующий. И гамаш для деликатного пилинга. Это маска косметическая. Буду пробовать с удовольствием, тестить, почитаю. Если вы знакомы с этой продукцией, то напишите тоже под видео, что вам нравится, может быть, что-то не нравится. Будет интересно почитать. Ну вот, на этом мой влог заканчивается. Надеюсь, вам понравилось это видео. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.